вы сканируете QR-код и через госуслуги выбираете понравившийся вам проект. На избирательных участках выбирают не только будущего президента, но и территории, которые благоустроят в 2025 году. Жители города активно голосуют за общественное пространство. Я считаю, что это отличный проект, отличная идея. Всегда поддерживаем любую городскую комфортную среду. В свое время поддерживали парк молодежный. Мы сейчас видим, насколько он стал красивый, насколько стал востребованный. Следующим моим шагом будет поддержать сквер Калинина. На пунктах, организованных на избирательных участках, находятся волонтеры в синих жилетках. Они рассказывают о дизайн-проектах парков и скверов города, объясняют, как можно проголосовать. 18-летний Дмитрий Зернаев родился и вырос в Самаре. Любит свой город и хочет сделать его еще краше. Поэтому решил стать волонтером федерального проекта формирования комфортной городской среды. Все-таки нужно участвовать в жизни города. Как-то хочется соответствовать, скажем так, отдавать что-то ему. Всероссийское голосование за территории, участвующие в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» началось 15 марта и продолжится до 30 апреля. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект просто. Нужно перейти по QR-коду из буклета и сделать свой выбор на госуслугах. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.